А где гражданин? Как раз оформляется, что гражданин сидит, Маш, потом. А, в машине? Потом, помоги, подходи. Вы кто? Вы кто такой есть? Не надо, нечего там подходить, потом, помоги. Вы не имеете права подходить. Как это не имеет? Да просто, вы кто? Вы гражданин? Ну там будете, гражданин. Я подойду. Посмотри. Нечего тут делать вам. Патрульный автомобиль я запрещаю. Патрульный автомобиль только запрещаю, да. Это мои законы требуют. А где гражданин? Как раз оформляется, что гражданин сидит, Маш, потом в машине. Вы кто? Вы кто такой есть? Не надо, нечего там подходить, потом автомобиль. Вы не имеете права подходить. Как это не имеет? Да просто, вы кто? Вы гражданин? Ну там будете, гражданин. Я подойду. Нечего тут делать вам. Патрульный автомобиль я запрещаю. Патрульный автомобиль только запрещаю, да. Это твои законы требуют. Понятно? Если вы нарушите, вы присядете, патрульный автомобиль. Если нарушение у вас есть? Я понял. То есть я не могу подойти посмотреть? Не имеете права, да, патрульный автомобиль. Я вас понял. До свидания. Я пока никуда не уезжаю. Не уезжают сегодня. Да хоть стойте, Вот так могу пройти просто. Ну проходите мимо, идите, мимо, ходите, гуляйте, не надо, потом автомобиль, автомобиль транспорт. Прекрасная деревня, прекрасная. Да мне и здесь нормально. И в Тишанке хорошо. Странная какая-то секретность у вас прям. Чего секретность? Да вы не настораживает на самом деле. В чем настораживает? Вы кто есть такой? Скажите, вы кто такой? Просто гражданин Российской Федерации. Ну что, дальше? Стоите, снимаете меня. Не дай бог я увижу, вот что-то меня вот где-то снимаете. Я подал на вас по закону требования. Какое основание вы меня снимаете? Я что-то нарушил? Нет, закон я как-то нарушил. Пока не знаю. Ну вот с чего-то вопрос. Ну что, там нет. Какие претензии? Можете ходить, а патруль автомобиль я вам запрещаю. Мои законы требования. Я вообще не знаю. Кто-то оформляет ЗЦП, человек не справился с управлением. Если захочет человек выйти, он расскажет вам. Не захочет, что пока там пишут, не выставляет. Замечательно, замечательно. Так, ну, что? Если что-то незаконно, вы же можете привлечь, правда? Ну, могу привлечь. Конечно, если увижу, если в YouTube, я привлечу, потому что я не нарушаю законность. Я с вами не грублю, с вами я вам представил, с вами тоже представил. Давай, удостоверение вам не обязан представлять, потому что вы подошли ко мне, может вам знак снять. Нет, если я попрошу, вы будете обязаны предоставить. Сначала вы предоставите, прошу. А потом я предоставлю все удостоверение. Потому что вы ко мне обратились, правильно? Не я к вам. Не вас я остановил, правильно? Нет? Или ошибаюсь что-то? Ошибаюсь. В чем я ошибаюсь? Это вы полностью. Ну, вы такой. Здравствуйте. Что всего с патрульным автомобилем? А что такое? Запрещено это? Запрещено, да. Чем? Патрульным автомобилем нельзя подходить, потому что служебный транспорт. Вот. Только я могу подойти. Полиция. Ничего подобного. Где это прописано, что мы запрещены? Запрещено. Где? Там нужно. Что же, мы чем-то мешаем. Мы стоим еще на обочине. Стойте, вот здесь стойте. Смотри, ну, а в чем проблема? А можно ваше удостоверение? Тут странности на самом деле хватает. Сотрудник сзади, который сидит. Оказывается, нам к машине нельзя подходить. Вот. Здравствуйте. Машину не надо залазить. Да нет, я хотел бы с вами пообщаться. Не надо, сейчас мы залазим. Вы могли бы сейчас представиться? Я уже представлю. Нет, вы мне представьте. Мне представьте. Ты что делаешь? Мне представьте. Мне представьте. Ты что, патруль автомобиля ушел? Нет, ты что, неадекватный? Мне представьте. Он неадекватный. Ты куда хлопаешь? Вот, закрылся. Да посмотри, неадекватный. Он полный неадекватный. Неадекватный вообще. Здравствуйте. Здравствуйте. Чуть неадекватный, что ты делаешь? Нервничаешь, не фото. Вот зачем машину лезть? Я поинтересовался, но спросить. Это за противоправное ведь действие осуществляет? У нас спросить. Да я у него хочу, но у него... На него жалобы поступают. Я сам выберу, вас граждан. Я могу сам выбрать, кому обратиться, правильно? Да. Поэтому я к нему обращаюсь. Это не дает ему права так себя вести. Занятия странные у вас на самом деле. Понимаете, по-ублюдски себя ведут. Он ведет себя по-ублюдски. Страхуй своего напарника. Страхуют? Ну давай, разрешение. Мозги помощи подстраховать, он вообще отлично.
оскорбляет. А вот где вы услышали оскорбление? Мозги подстраховать это не оскорбление. Бросаться. Бросаться любыми словами, если это не будет оскорбление. Представляете? Кстати, вот тот сотрудник говорит, никаких признаков нет обвинения абсолютно. Человек говорит, трезвый, просто ДТП оформляем. Да? Блять, смеется в лицо просто, понимаешь? Да видно даже по состоянию. Человек полного. А то, что я вижу, признаки есть. А он управлял автомобилем? А, то есть он не управлял транспортным средством? Ну, вы видели, что он управлял? Он не управлял? Я у вас спрашиваю, а вы я видели? У вас спрашиваю. Я не видел, что он управлял. Вы не видели, да. А кто видел? А кто видел? А почему его оформляют? Его оформляют? А он просто сидит в машине. Оформляет? Почему тогда сидит в машине? А проверяет документы. Документы проверяет? Да, на машину, на его машину. Личность, да. А, вот кому это его машина, правильно? Да. Машина есть... ДТП, видите здесь? Вот это его машина, да? Наверное, я не знаю. Ну, а что же я тогда вообще? Я с ним беседовал. Ну, вы тогда не в курсе тем вообще. Нет. Правильно? Вы зачем знаете? Вы мне вопросы задаете? Вы мне выдаете, будет ли у вас свидетельство? Вы мне зачем вопрос? А зачем вообще... вы мне это вопрос задаете? Мы могли задаете? Бы с вами общаться, если вы имели, ну, какую-то информацию. Вы зачем со мной общаться? Вот так, все, говорите мне. У нас сейчас с вами какой диалог? Ни о чем. Ни о чем. Но смысл тогда вообще на с вами общаться? А зачем тогда со мной общаться? Алло? Вы обратились. Здравствуйте. Полиция хлопает дверьми, попросил представиться, он закрылся. Раз открыл дверь, он закрылся, не хочет представляться. И вот сидит, закрыл, заблокировал дверь. Это не помещение, это автомобиль. Патрульный автомобиль. Я к нему хотел сделать обращение. Хотел попросить, чтобы он представился. Он никаким образом не реагирует. Закрывает дверь на его действия, что он не представляется, закрывает дверь. Да? Сотрудник ГИБДД. ГИБДД. Да. Абсолютно точно. Нет. Его патрульным автомобилем. Дверь злая и хлопает. Закрывается, пытается спрятаться от гражданина. Ведет себя, в общем, как-то неподобающе полицейскому. Да, абсолютно точно. И второй момент, одну секундочку, второй момент. Здесь произошло ДТП, и сейчас гражданин, который совершил ДТП, ну точнее собственник, я полагаю, что именно он совершил ДТП, находится в их патрульном автомобиле и имеет признаки опьянения. И сотрудники полиции, я так понимаю, не будут его свидетельствовать. Есть еще основания полагать, что он вполне может быть сам являться сотрудником гражданства. Хотел бы по этому поводу, чтобы вы отреагировали ответственные лица. Да. Серов Вадим Юрьевич. Свидетели есть? А, в адрес. Есть свидетели, как он управлял вообще? Есть, да, кто-то? Ага. Ну, есть свидетель или нет? Парень есть, да? Если есть, да, подъезжай, мы его оформим. Не, я понимаю, что вы оформить чисто процессуально не можете в связи с тем, что да. Нет факта управления. Да. Я так понимаю. Вот. Но этот гражданин, мы приказ всем подозреваем, да, что понимаем, от него но идет юридически запах. Мы не можем его никак. Мы его не можем оформить. Я все понимаю, да. Да, если есть свидетель, мы его оформим. Тут положить. Нам это понятно. И мы даже не имеем права свидетельствовать. Но признаки у него, я вижу, просто даже. Признаки у него есть, но мы подъехали, сидит близко. А вот сотрудник, который сидит сейчас сзади, есть видеозапись, как он утверждал, что у человека нет никаких признаков. Да при чем видеозапись? На нервах. Ваш коллега утверждал. Нам нужен свидетель. Может, лучше сейчас найти свидетеля. Мы не о том утверждаем. У вас решение выносит врач. Понимаете? Вот смотрите, вот почему у вас сразу диалог нормально завязался. Почему вот это вот, я даже сложно назвать полицейским. Не надо его оскорблять, не надо ругать. Это не оскорбление, это факт. Ну потому что он повел себя именно так. Вы себя так не повели. Почему вы так себя не повели? Потому что вы нормальные люди, нормальные сотрудники. И там нормальный человек, тоже нормально отрабатывающий, тоже хорошо. Вы его, понятно, вы своего будете загородить. Там, понимаете, вот один человек сидит, один его парень сидит. Но он сейчас не мужественно себя повел однозначно. В данный момент просто сидит и контролирует вот этого человека, от которого невозможно, что может произойти. Да что они могут нарисовать, если он контролирует? Почему он себя так ведет? Это ненормально. Все мы прекрасно понимаем, не можем предположить поведение этого человека. Он может спокойно сидеть и что-либо сделать, правильно? Да. А для этого он сидит и контролирует. Подъедет, если есть, чтобы мы могли его оформить. Иначе не установлено лицо, въехало в дерево, он сзади сидел, как он и пишет объяснение.
Поехать? Расскажи. Ну, поедем. В чем у нас? В смысле поедешь? А как ты поедешь? На буксируем транспортное средство? За рулем? Не, ну мы прекрасно друг друга понимаем, да? Да. Ну вот. Не рекомендую. Вам спасибо. На здоровье. Сэкономил денег. Здорово, электрик, дёрнул, прямо, а? Он за рулем будет? А? Он за рулем будет? За рулем, он машина будет. Я человек, а мне. Я просто за рулем. А? За рулем будет. Как-то важно, чтоб не мог. Признаки имеет. Я другой человек, он просто подметил человек. У меня машина просто выйдет, мне просто помочь, чтобы это, я дёрнул. Тридцатку какие. Охренеть вообще, конечно. Вот совесть есть, нет? Серёг, она будущая. А, что, давай, задом. Ну, давай, встанем. Я просто думаю, на будущее уроком будет. Как ты считаешь? Тебе. Нет? Еще раз привет передай этому замечательному сотруднику. Ты будешь звездой. Знаешь, вот плохих людей называют редисками. Более такое ругательное слово, я думаю, там в комментариях напишут, кто-то есть. Может быть, ты хороший полицейский, но повел ты себя по-хамски. Смотри, больше так не делай никогда.